кондиционер для поврежденных волос из серии «Баланс» больше всего нужен тем, у кого волосы ломкие, склонны к сухости, или окрашены, или повреждены, допустим, химической завивкой или какими-то сходными процедурами, потому что данный кондиционер после очищения волос будет питать, обеспечивать гладкость, блеск, будет хорошо выравнивать структуру волос, не будет при этом их утяжелять и будет сохраняться объем, например, на тонких волосах. В качестве активов здесь у нас мы видим масло зародшей пшеницы, сок алоэ вера, масло конопли, то есть те компоненты, которые обеспечивают еще и увлажнение, восстановление структуры кутикулы волоса. И может использоваться данный кондиционер как при ежедневном режиме очищения волос, так и при эпизодическом, когда вам это нужно. Может сочетаться также и с последующим нанесением молочка несмываемого ухода для волос, который можно использовать тоже либо на всю длину волос, либо только на кончике. То есть достаточно универсальное средство, если структура волос у вас чем-либо повреждена. Здесь мягкие компоненты антистатические в составе, которые обеспечивают отсутствие электризации волос, волосы легко расчесываются. Естественно, здесь, так как здесь работа со структурой волос, есть и силиконовые компоненты. Поэтому, если вы ищете, например, бессиликоновую основу, то данный кондиционер содержит силиконы. Но это неплохо, а даже очень хорошо, если у вас волосы пушатся, если их нужно привести в порядок, чтобы они выглядели здоровыми, более плотными. И при этом активы данного кондиционера будут работать уже терапевтически со структурой волос, улучшать качество кутикулы. PH данного средства от 3,5 до 4,5 – это кислый диапазон, который будет очень хорошо сохранять цвет у окрашенных волос. Способ применения данного кондиционера стандартен. Вы наносите его на вымытые волосы, на длину, немножечко отступив от корней, распределяете и затем, подождав от 30 секунд до 2 минут, смываете водой комфортной температуры. Главное, не используйте горячую воду.